Добрый день! С вами Промэлектрика. Трансформаторы и блоки питания предназначены для преобразования напряжения, необходимого для питания систем автоматизации, кранового, конвейерного и прочего оборудования. В ассортименте представлены однофазные и трехфазные трансформаторы. Трансформаторы на динрейку, предназначенные для установки с другим щитовым оборудованием, и трансформаторы для амперметра. Источники питания представлены большим разнообразием выходных напряжений от 3 до 60 вольт постоянного тока. В наличии широкий ассортимент низковольтного оборудования. Доступен наличный и безналичный расчет. Контактная информация в описании. Ждем вас!